Представители областной и городской властей посетили фабрику по производству одежды «Миучи». О цели визита узнаем из репортажа Екатерины Клемешевой. Заместитель руководителя города Анна Куманова и депутат Московской областной думы Никита Чаплин посетили торговый дом «Миучи». Производство расположено на Красной Поляне и, как могли убедиться важные гости, является одним из самых современных и высокотехнологичных в России. В многочисленных цехах шьют одежду премиум-класса, известную во всем мире. Над одним изделием трудится целый коллектив специалистов. Пообщаться с сотрудниками торгового дома, которые в большинстве своем проживают в Лобне, узнать волнующие их вопросы, и приехали представители власти. А в Луговое общежитие? Сколько ему лет? Оно же вообще уже стоять не может. Вот чем нужно заняться, да, действительно. Такие встречи всегда вызывают большой интерес у населения, так как это возможность напрямую задать свой вопрос представителям власти, тем, кто может повлиять на его решение. Лобнинцы спрашивали о капремонте, когда преобразятся их дома. Спрашивали и о вариантах расселения из ветхого жилья. Большинство историй Анна Акимовна слышит не в первый раз. Они находятся на контроле и обязательно будут решены. Были и коллективные вопросы обращения. Девочки переходят дорогу напротив фабрики. Нет, не на светофоре пешеходного перехода. Не один год. И не один год. Из года в год. То есть, когда построили вот этот бифит, вот спортивный, то есть сразу сделали разметку и сделали пешеходный переход. Мы здесь работаем уже очень-очень давно. Пешеходную дорогу это областная. Лобнинцы отметили, что за последнее время дороги стали лучше. Осталось решить проблему с ЖД-переездом. Ни одна встреча с населением не проходит, чтобы этот вопрос не поднимался. Пока рассматривается вариант строительства объездной дороги через Красную Поляну, Катюшки до Старошереметьевского шоссе. Она значительно облегчит транспортную ситуацию. Поблагодарили лобнинцы и за обновленный парк. Все обращения записаны и будут отработаны. Екатерина Клемешева, Дмитрий Жуков, Александр Михайлов, телекомпания «Лобня».